2 марта в кинотеатре «Искра» проходил традиционный конкурс среди юношей Ленинского района «Рыцарь года 2005». В борьбе за титул рыцаря встретились 5 учеников районных школ. В этом году конкурс был посвящен 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому ребята представляли себя в образах моряка, летчика, танкиста, пехотинца и пограничника. По условиям конкурса участники прошли 3 испытания. Самопрезентацию, на которой потенциальный рыцарь представлял род войск, участвовавший в Великой Отечественной войне, солдатскую песню и танец на привале. Город Видное на конкурсе представлял ученик 10 класса школы номер 7 Савинов Семен, который по итогам соревнований и стал рыцарем года 2005. Как поется в известной песне, девушки должны любить отважных летчиков и моряков. Однако жюри конкурса полюбило пехоту, к немалой радости как представителей 7-й школы, так и всех видновчан. Приятно, что рыцарский титул не покинул пределов родного города. Все участники конкурса получили от администрации Ленинского района почетные грамоты и ценные подарки. Вера Примаченко, Екатерина Чернышова, Юлия Кабанова, Видное ТВ.